Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про ціну на продовольчі товари, на фрукти, на овочі, на ягоди. Справа в тому, що за вікном у нас тепла погода, але весна була не досить тепла, не досить сприятлива для урожайної такої пори. Як погода вплине і на ціни, як погода вплине і на урожай, ми сьогодні говоримо про це з Павлом Тулбою, фермером, нашим постійним експертом. Павло, вітаю вас в нашій студії. Дійсно, кінець квітня, початок травня – це сама така пора, коли у нас квітуть сади, така яскрава картина. Був не досить сприятливим для аграріїв, чи дійсно було так? Да, в этом году достаточно сложные погодные условия. Мы видим, что, в принципе, на юге Одесской области, ну, в нашем регионе по косточковым беда, косточковые подмерзли, то есть урожай косточковых будет очень слабый. Ну, надеемся, что будет хоть какой-то, но однозначно будет очень плохой урожай. При этом теоретически цена должна быть высокая, но есть стартовые цены. Уже в Ужгороде собирают уже черешню. Черешня на старте там 70 гривен, что, в принципе, для такого раннего периода очень даже недорого. Есть другая часть Украины, центральная часть, там много дождей, и в принципе, там ситуация лучше, там не было теплой погоды, поздно зацвели, то есть там есть проблемы с опылением, но, скорее всего, там урожай будет лучше. А на півдні ми говоримо зараз про черешні та вішні, да? Це така ходова. Персик, абрикос – то же самое. Це теж є таке питання і проблема, що саме із-за такої холодної весни. Перше – це мороз, друге – було холодно, були дожди, і не вилетіла пчела, тобто дерев'я не були нормально опилені. Щодо ягід та овочей, такі ж є побоювання? Саме таких ягідних культур? Там, ну, на сьогоднішній день ягода поки не в зоні риска, тобто вона, скоріше всього, дасть урожай. Далі залежить від погоди, будуть ли дожди. Потому что пока вот конкретно у нас там в селе в Одессе были дожди, у нас вообще дождей не было. Мы уже начинаем запускать систему капельного полива, потому что дождей не было совсем. Да, то есть это еще одна проблема перед Одессой, это на півдні також, это нехватка воды, природной влаги. Як справляються? Ця система – це ж додатковий кошт, це затрати на електроенергію і потім на цінах також відображено. Ну, в цьому році очередна проблема – все, що зв'язано з полівом. К сожалению, фермер не знає, скільки буде стоїти полів, поки полів не почнеться. Так у нас устроена система, что туда входят все расходы, в том числе расходы потребителя, которые эту воду, даже если где-то воруют, все равно на всех делят расходы по тому же электроэнергии. То есть электроэнергия подорожала, то есть вода станет дороже, соответственно, это тоже отразится на стоимость, и цена, ну, однозначно возрастет, потому что себестоимость продукции будет выше. Якою стосовно цін, на яких цін саме на фрукти, ягоди, на черешню, на персик, абрикосу чекати людям, які ходять на ринки, в магазини, які полюбляють купувати саме першу таку продукцію, їх не лякають ціни? Я пам'ятаю, що там навіть там під сотню гривень перша ціна зараз. Так, мабуть, і буде. Тобто перший буде в районі 100 гривень, а потім, звісно, буде опускатися. Надо брать индикатив прошлого года, то есть прошлый год черешня сезон заканчивался в районе 15-20 гривен, там оптовая цена, да. То есть, наверное, в этом же будет и пределе, потому что старт по 70 гривен говорит о том, что, скорее всего, откатится до такого же уровня, да, когда пойдет массовый сбор. По персикам, по абрикосам непонятно, а будет понятно по мере того, когда будет известно, сколько погибло, сколько выжило, уже будет понятно. Но тоже первые цены где-то будут в районе 100 гривен однозначно. Ми зіштовхуємося з негодою щодо негоди саме для аграріїв, для людей, які працюють на землі час від часу. І питання, яке наразі також стоїть, чи є механізм компенсації людям, які витратили кошти на посадку садів, роботу в полі? Якось держава програмує цей механізм? Ну, є страхові компанії, це все теоретично, да, має покриватися страховими виплатами, але по факту це все не працює у нас. Тобто механізм є, але він абсолютно не робочий. Ну, как бы страховые компании, скорее всего, выплатят, да, ну, как бы страховой ущерб. А вот какой именно страховой ущерб, это большой вопрос.
слишком это спорно, слишком это непонятно, то есть это требует все-таки государственного регулирования и более четких и прозрачных правил, потому что страховые компании – это бизнес, и они в первую очередь минимизируют свои риски. Фермеру просто невыгодно страховаться. То есть на сегодняшний день, на таких условиях, которые сегодня есть, страховка не оправдывает себя, проще рискнуть и посмотреть, вырастет, не вырастет. Плюс большинство фермеров не могут себе позволить такие расходы, потому что страховать нужно до момента начала сбора урожая. Деньги появляются после сбора урожая. Да? А выделить деньги после сбора, чтобы застраховаться на следующий год, это уже серьезный горизонт планирования. Так далеко фермеры не заглядывают. Ну, может, какие-то там работы ликнепні по страхуванню теж потрібно з нашими людьми проводити, які працюють там в селах і не завжди знають про свої права. А як в Європі та за кордоном, в Азії також відпрацьований цей механізм? Ми знаємо, що ми живемо в більш-менш нормальні кліматичні умови, таких, дякувати Богу, немає у нас і підтоплень, і спеки, там плюс 40 також немає, а є країни, які якось щось вирощують навіть в таких умовах. Там все очень просто. Как правило, весь этот бизнес дотационный, то есть государство выплачивает дотацию. Для получения дотации страховка является обязательным. Ну, страховка там является неприемлемым атрибутом, да, и без страховки там в целом невозможно вырастить сад. Поэтому это считается нормой. Там хорошо развит рынок страхования. И, в принципе, в первую очередь, сегодня большинство европейских фермеров переходит в так называемую тут тоннельный тип, да, когда закрыто, когда сверху находится специальная сетка, которая минимизирует риски по граду, которая минимизирует риски по солнцу. То есть это дорого, но в данном случае дешевые кредиты и европейские программы дают фермеру возможность этими современными технологиями пользоваться. И эти технологии на самом деле дают большую стабильность и большую уверенность фермеру. Поэтому в Европе не бывает, как правило, таких крупных перекосов, как у нас померзло, да, там и нет урожая. То есть там все более-менее ровно, и даже несмотря на наличие каких-то сложных, как там тоже Испания, да, там погодных условий, то урожай у них всегда более-менее стабилен. Тобто в країні якісь урядові структури, державні структури наперед думають наперед. У нас зараз в країні такий перехідний період, десь одна влада закінчила там свій термін, одна надходить. Для аграріїв це період також перехідний. Вони дивляться, що там буде в уряді, що там буде на таких посадах державних. Чи працюють, неважливо, хто що там займає, є задача, щоб працювало підприємство, щоб все було добре там в саду, на полі, чи також цікавиться новинами політичними? Ну, естественно, мы же, как говорил Черчилль, если не будем заниматься мы политикой, политика займется нами. Мы живем в этой стране, мы должны видеть, что происходит. Ну, как естественно, существует много государственных программ по поддержке сельского хозяйства. Нам хотелось бы, чтобы эти программы распространялись на мелких и средних фермеров, потому что по факту они все работают только для крупного бизнеса. И мы можем только слышать, да, про это, но никак вообще в этом не участвуем. Мы не имеем доступа ни к дешевому кредитованию, ни к дешевому финансированию. И тут важна стратегия. То есть если, опять же, это не зависит от президента, это зависит от правительства, потому что президент не решает, как будет развиваться аграрный сектор, да, там, нашей страны. Но при правильном развитии и при правильном понимании нам будет развиваться легче. В любом случае земля не ждет, и меняется президент или нет. Мы должны заниматься в первую очередь нашими садами и их обслуживать. То есть это как бы в первоочередное. Естественно, любые сложные отношения внешнеполитические поставят крест на нашем экспорте, это не может нас не пугать. Потому что как только мы перестаем интегрироваться, как только мы смотрим другие рынки, ну, кроме европейского, то для нас это новые вызовы, это новая проблема. И тут надо понимать, как наше государство, куда оно готово двигаться. То есть если оно двигается также в Европу, то это для нас понятный путь, мы там понимаем, что нужно делать. Если мы вдруг резко хотим сменить вектор и бежать куда-то в другую сторону, то мы к этому должны готовиться. Мы не можем, как политики, взять просто, да, и развернуться там в другую сторону. Это требует новых сортов, новых технологий, новых упаковок, новых продуктов. Это занимает годы. Поэтому, ну, наш вектор, он для нас понятен. То есть мы двигаемся в Европу, мы планируем продавать свой продукт на рынке Европейского Союза. Ну,
больше в ту сторону. А как оно будет, мы увидим, нам сложно говорить. Ваші колеги не оперують таким терміном, що в Європі на нас ніхто не чекає, не потрібно нічого там продувати, виробляти. Ось як працювали там 5-6 років тому, так і будемо працювати. Ще таких фермерів і аграріїв, які працюють на експорт, вже не залишилось. Ні, ну, на самом деле, вот в тому ж Ізмаїльському районі є предприятие, которое, там Роман Дежук, директор Дунайский аграрий, они очень неплохо занялись органической продукцией, они развились неплохо в этой нише, и сегодня у них на экспорт контракты заключаются на год вперед. То есть они продукцию, которую они сейчас закладывают в поле, уже продали. И это реально, и это все возможно. На самом деле было бы желание. Если люди этим серьезно и предметно занимаются, то они могут условно получать фьючерсы и продавать продукцию на старте еще перед ее закладкой. Надо просто выращивать то, что требует рынок, и в нужном качестве. Тут на самом деле это первые ласточки, но они есть. И достаточно много фермеров у нас уже смотрят, ездят по выставкам, меняют свои подходы к качеству, к выращиванию, и они двигаются. То есть, чтобы вы понимали, по статистике мы смотрели, мы на сегодняшний день экспорт сельскохозяйственной продукции в Польшу обогнал экспорт, который был у нас в Россию до 2014 года. То есть мы за короткий период времени поменяли вектор, да, и завалили Польшу нашей сельхозпродукции. Хотя Польша – это крупный поставщик, да, Польша сегодня занимается по факту транзитом, она перепаковывает, да, доводит до нужного качества, там, сортирует и, ну, по факту торгует, да, там, нашей продукцией. Мы для них сегодня являемся сырьевой базой. Но это первый шаг. Мы тоже понимаем, что кем мы для них являемся, и мы тоже понимаем, что мы тоже можем продать в Германию, что вот мы сейчас свое качество подтянем, выровняемся и поляков обойдем. І поляки це розуміють. Але є деякий ризик, якщо продавати врожай там, за рік вперед. Ну, ось ми повертаємося до основної нашої теми. Це фактор погоди, погодні умови. Ось все розписано, тут ми стільки там посадили, якісь там сільськогосподарських культур, але негода, нема дощів, там холодно. Як контракт відпрацьовує? Любой бізнес – це риск. Ну, якщо б був такий бізнес, який можна було заробляти і не ризикувати, всі б тільки цим займалися. Это агрономы, это технологии, да, существуют погодные условия, существуют климатические факторы, но существуют агротехнологии. Израиль на песке выращивает достаточно большое количество продукции. Просто на песке без воды, но выращивает, ничего, все у них получается. Так и у нас, ну, с нашими условиями нам легче, и себестоимость у нас должна быть лучше. Любые погодные факторы можно минимизировать, то есть надо при планировании просто понимать и закладывать в контрактах не максимально возможный урожай, да, а минимально возможный, тогда вы в любом случае контракт выполните. Ви займаєтеся професійно горіхами, так, фундаком. А погодні умови якось впливають на цю культуру? Це ніжна культура взагалі? В нашем случае фундук у нас уже отцвел, мы хорошо прошли этот период, грецкий орех тоже уже отцвел, мы, морозы нам не повредили, нам немножко повредила влажность, уже пошли болезни, мы там начали обработку, но в целом все по плану. В этом году, в отличие от прошлого года, у нас благоприятные погодные условия для наших культур. Саме в цей час, навесні, Україна отримала нову керуючу особу в Міністерстві аграрної політики. Це людина, яка займала пост заступника міністра, я маю на увазі пані Трофімцеву. Я знаю, що у вас є багато питань до нашого сектору, у тому числі щодо кредитів на в техніку зарубіжного виробництва. Чи є в столиці розуміння, що у фермерів, аграріїв є побажання щодо деяких змін, ну, наприклад, щодо там кредитування? Ну, до розмови готові? Трофімцева являлася замом, яка була відповідальна за євроінтеграцію, за наш там європейський вектор розвитку. Естественно, так как мы участвуем в международных выставках и занимаемся продвижением, да, там, на европейский рынок, мы не могли с ней не познакомиться. Да? То есть это, мы находились с ней в одном поле, мы знакомы, мы постоянно общаемся. Это первый министр, которому можно написать в Фейсбуке, который ответит, да, и который будет выдерживать удар, и он не стесняется говорить про проблемы и говорить и выслушивать, да, там, нас, фермеров. Понятно, что у нас фермеров много, мы все там хотим каждый что-то свое,
Но, по крайней мере, у нас есть диалог. Мы, скажем так, недовольны этим диалогом. То есть он идет не так, потому что если министр как бы реагирует, да, то существует низкий уровень чиновников, ну, нижестоящего, да, уровня, которые застряли в Советском Союзе. У нас мы теряем много времени на споры, на уговоры, на рассказывание им банальных вещей. И, к сожалению, для них многие вещи, которые для нас являются азами, вообще непонятны. И, ну, процесс идет, да, и мы видим, что если будут вот такого плана министры, да, то у нас все кардинально поменяется. Вопрос в том, что один министр тоже не в состоянии ничего сделать. Нужна полноценная команда, а в статусе ИО полноценной команды, ну, не собрать. Это сложная штука. Плюс, опять же, все понимают, что это все переходящее, скоро будет новое правительство, новые выборы, и все находится в таком аморфном состоянии, да. Вот мы там сейчас занимаемся проект европейский по карте дороги и вкуса Одесской области. Это за деньги Европейского Союза формируется туристическая карта, которая будет представлена любым туристическим организациям общемировым, которые к нам приехали. Да? Они же не знают, что вот приехать в Одесскую область, куда. А у них будет карта. Эта карта будет на всех европейских там, заправочных станциях, информационных центрах. На ней можно увидеть, где какие есть предприятия, какие есть точки по продажи там интересные продукты, вот как у нас орехов, да, там где-то улиток, там у Плачкова вина. И это важно для нас очень, потому что это дает нам возможность работать с туристами, иметь конкретного покупателя у себя на месте на поле. Всегда интересно продать продукцию непосредственно на поле розничному покупателю. То есть турист – это большая часть нашего бизнеса, и при небольшом производстве для нас турист – это очень важно. И работа с туристом для нас тоже видится первоочередной, мы в этом направлении двигаемся. И опять же, за деньги Европейского Союза это все двигается, формируется, но чиновники очень сложно к этому относятся, нам приходится их убеждать, доказывать, рассказывать, и мы боремся с ними. То есть за полезные вещи, да, для того, чтобы их внедрить у нас, мы вынуждены с нашими чиновниками бороться. Тобто є проект, який профінансований, или, або да. Є тільки проект фінансований? Профінансований, Європейський Союз його фінансує, 3 мільйони євро, це виділено за 2 роки, создані уже уставы ассоциации, которая будет являться носителями продуктов по конкретному географическому наименованию. Да, вот мы конкретно хотим зарегистрировать наш орех, он будет называться «Орех Причерноморья». Орех, выращенный в нашем регионе, произведенный по такой технологии, будет иметь право называться вот таким образом. Это будет географическое наименование, как коньяк, как пармезан. Да, то есть это конкретная штука, которая даст нам возможность получить пиар на весь мир. То есть весь мир будет понимать, блин, ну есть такой продукт, давайте попробуем, что это, да? И европейцы за свои средства помогают нам имплементировать это, да, и помогают нам регистрировать такие продукты для того, чтобы мы вот как раз были нужны на европейском рынке, потому что всегда интересно покупателю покупать что-то новое, что-то, ну, что ассоциируется с нами, ассоциируется с регионом. Ну, сегодня мы вот хотим в рамках этого проекта зарегистрировать свои продукты, да, получить свое географическое наименование. Вокруг себя собираем фермеров, которые будут производить по таким же технологиям такой же продукт, и мы сможем вместе продавать его брендированным продуктом с узким географическим наименованием. Это всегда хорошо, потому что такой продукт стоит других денег, ну, изначально других денег. Плюс это контроль общественный, то есть мы в рамках ассоциации будем контролировать технологию, будем контролировать упаковку, будем контролировать маркетинг, ценовую политику. То есть правильно, когда это делаем мы самостоятельно, в рамках общественной организации, не когда этим занимается государство или профильные чиновники. Европейцы пытаются нам эту модель донести и внедрить у нас, чтобы мы этим работали. А чиновники этого не понимают. Как это вы сами будете регулировать? Мы тут там регулируем, нам тут виднее. Ну, конечно, мы с этим не согласны, и мы с этим будем бороться. В лице его министра мы встречаем только полную поддержку, нам всячески пытаются помочь, но на низовом уровне все буксует, страдает, очень медленно двигается, но мы все равно это сделаем и зарегистрируем. Це дуже цікавий проект. Інформуйте, як все відбувається, тому що це є корисно і для регіону, і для країни в цілому. Я бажаю вам, Павлу, і вашим колегам, щоб ніякі політичні негаразди і погодні умови ніяк не відображалися на вашій роботі, ваших успіхів. Дякую. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі.